Всем привет, дорогие зрители! Нашел трехкомнатную квартирку у моря по очень хорошей цене. Быстренько покажу территорию проекта. Вот такие здания. Проекту 23 года. 22 говорят, но я говорю 23. Здесь у нас подземный проход к морю. Район Махмутлар. Наша квартира продается в том блоке. Здесь у нас открытый бассейн, ухоженный сад. В здании есть технический паспорт, также есть у квартиры. С этим нет никаких проблем. Вот такой бассейн, который функционировал, недавно спустили. Здесь канал протекает какой-то махмутларовский. Лифт у каждого блока есть. Вход отсюда с трех сторон. Там улица Барбаросса. С этой стороны еще одна улица. Так. Вот такое здание. Айдат 100 лир. Поднялись мы на средний этаж. На этаже две квартиры. Входим в квартиру. Здесь такая прихожая. Сразу с левой стороны у нас туалет. Трехкомнатная квартира. Угу. С правой стороны у нас спальня. 90 квадратных метров общая площадь. Вот такая спальня. Там у нас санузел, здесь у нас еще одна спальня просторная, не маленькая. Шкаф. Два балкона у квартиры. Квартирка хороша как для жилья, нужно кое-что поменять, а также для инвестиций. Эта сторона западная. Вот море, вот бассейн, просторная площадка, участок, вид неплохой. Турецкий дом. Здесь у нас санузел с душевой кабинкой. Вот, вот здесь душевая кабинка. И у нас гостиная с отдельной кухней. Продается с мебелью, бытовой техникой. Личную вещь хозяин заберет. Ну, здесь на любителя можно все поменять. Обойдется где-то 3000 евро как минимум. Полностью обставить ее. Здесь у нас кухня отдельная. Вот такая кухня. Стиральная машинка Арчелик, холодильник Арчелик. Здесь москитная сетка также уже есть. И второй балкон, который выходит на улицу Токуш, как там называют, и вид на море. Просторный балкон. Вот такой. Просторный балкон. Рядом Мигрежет магазин, банкоматы, рестораны, все есть. Это улица Барбаросса. И вот такой вход также оттуда есть у нас. И с той стороны есть. Ликвидная квартира 2 плюс 1 по очень хорошей цене, которую я сейчас вам скажу. Закрою двери. Так. Дорогие зрители, 2 плюс 1 90 квадратных метров. Продается с мебелью, бытовой техникой. Цена этой квартиры 62 тысячи евро. Если вам понравилась эта квартира, звоните по номеру, который указан в описании и также в ролике. Подумайте, очень хороший вариант, так как для инвестиций для будущего, а также для жилья. Так как средний этаж не совсем высокий и не
низкий. Место расположено очень хорошее. Район Махмутлар, почти у моря, как бы третий блок. Все, с вами был Агасий, Солнечная Лань, район Махмутлар. Всем пока-пока.